Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Мой спонсор, Антон Балюти, заказал мне песню группы The Boys. Впервые я на группу реагирую, до этого как-то не приходилось. Песня называется Reveal. Это песня с их первого студийного альбома, который так тоже называется Reveal, который вышел в 2020 году. Вкратце про группу, как у меня это обычно принято. Группа была изначально представлена под названием Crackers. Это смешно, а забавное название, слава богу, название достаточно быстро поменяли. Почему именно так? Потому что изначально ею занималось агентство Crackers. Оно так и пишется Cre.Ker через букву K. Собственно говоря, 2016 по 2017 год группу, пока еще не называли никак, анонсировали, представляли некоторых участников. Кто-то в каких-то шоу, участвовал. Кто-то из участников снимался в музыкальных клипах других групп, к примеру, где-то в главных ролях, где-то не в главных. Ну и, соответственно, потом потихонечку начали представлять. Например, Кевин, он участвовал в шоу, забегая вперед. Сначала список всех участников, собственно говоря, полный, который там сейчас присутствует. Там сейчас 11 человек, было когда-то 12. Итак, это Санён, Джейкоб, Йонхун, Хёнджэ, Джуён, Кевин, Нью, Кью, Ханён, Сону и Эрик. Также был Хваль, но он чуть позже группу покинул. Про это, опять же, пару слов позже. Вот, соответственно, Кевин был представлен общественнице, сказать, как участник группы потенциальный. В шоу под названием K-Pop Star 6, но в самом начале этого шоу покинул его. Сону в 2017 году был представлен тоже в шоу под названием High School Rapper, тоже в начале покинул. Эти шоу я не смотрел, ни то, ни другое, но я про них даже, честно говоря, не слышал. Зато Ханён в 2016 году тоже его представили как участника шоу, Produce 101, при этом, мужская. То есть второй сезон, сколько я помню, это был. Он дошел до финала, занял там 19 место. В группу, конечно, не попал, но, тем не менее, как-то пошумел, в группе, видимо, помог. Вот. Ну и, соответственно, в июле 2017 года через соцсети этого самого агентства были представлены парни, была представлена группа, и она была временно названа Crackers. Видимо, народ пошумел, посмеялся, а может быть и нет, может, людям название понравилось. Тем не менее, уже по-моему, июля 2018 группу переименовали, официально звали The Boys. Соответственно, дебют у них случился в... Что декабря того же самого 2017 года с альбомом The First, и сингл там ведущий был «Бой». Потому что они The Boys, значит, «Бой». У них также было парочка, как минимум, реалити-шоу, не на выбывание, а просто так. И в 2019 году, в октябре, Хваль группу покинул по соображениям здоровья. Ну и потом он хотел преследовать, так сказать, сольные активности какие-то, заниматься ими и актерской карьерой тоже. Потому что, в принципе, с этим у парней более-менее нормально, я так понимаю. А потом, в этом же году, опять же, в ноябре, группа дебютировала в Японии. И вот в 2020-м появился тот самый первый студийный альбом Reveal, с которого я и буду реагировать на песню. Про группу не зная ничего, ни разу толком ее не слышал. Наверняка где-то попадалось, но не слышал целиком. Что ж, еще раз спасибо Антону Балютису. Не забывайте, дорогие друзья, что, чтобы сделать как Антон Балютис, можно очень просто зайти на boosty.to/Судаков, поддержать меня на какой-то из соответствующих пледжей, чтобы либо голосовать за всякие реакции месячные, ежемесячные, либо, заказывать мне лично их там раз в месяц или раз в два месяца, либо даже раз в неделю. Да, у меня даже такой пледж был, я один раз его исполнял, так сказать. Либо можете прямо по ссылке в описании зайти. Ну, а мы, поблагодарив Антона, давайте все-таки слушать The Boys Reveal. Чего ждать? Не имею ни малейшего представления. Ни малейшего. Тем не менее, 3, 2, 1, поехали. Запись идет? Идет. Окей. Начали синтов и с искаженного голоса. Сделаю погромче. И еще погромче. Интересно. Ага, разгон бодрее, заметно бодрее. Какой будет припев? Даже отдален не представляю. А припев бодрый.
халяга забавная, такая механическая, как бы. Участнику постоянно показывают то в ошейнике, то закованными цепи. Что это да значит? О. Я уже говорил, что такой рэп люблю, когда очень быстро. Ух ты, как сиганули. Песня забавная, атмосфера. Какая-то такая, не скажу евроденсовая, но какие-то, какая-то очень-очень отдаленная такая, очень отдаленная. Разве что в какой-то момент показалось так. Ого, слышали вокал? Такое прямо аж на фальцете ярусном. Здесь хорошо рэп встроен, очень хорошо. Это как бы не отдельная секция, это часть песни. Я такое уважаю. Красиво, по части клип, по части песни, тоже в целом. Довольно-таки симпатично, я бы сказал. Давайте слушать еще раз сразу, потому что будет что-то понятнее. Давайте сразу еще раз слушать там. По музыке больше, может быть, скажу. Синт начинается как будто, ну, не в трансе, конечно, что-то в этом, что-то такого стиля. Песня как будто бы спокойная, хотя хореография ей не соответствует. Она уже достаточно резкая. А на фоне все еще эти синты. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Слушайте, да, тоже на фоне. Пум-пум-пум. Такие легенькие синты поигрывают. Какие-то типа ксилофоны. Интересный эффект, когда лампа, люстра качается. Вот, про это я говорю. Это не просто у нас есть секция с рэпом, мы ее сейчас отрепуем, а после этого, как ничего не бывало, переключимся на музыку. А это вот именно, что оно прям встроено в флоу песни, практически идеально. Не очень понимаю здесь смысл вот появления, удаления этих полос черных, ну, изменения фон-фактора фактически. Но, почему бы и нет. Oh,
Обычно, когда смотришь на мужскую группу и столько народу, кажется, что половина — это массовка, но нет. Кто-то милый момент был. Именно по голосу. Хором сказали, еще и искаженный голос. Сейчас заслушаю, скажу, что я бы попробовал послушать, если бы это было доступно. Вот это вот. Пэу, пэу. Просто интересно, что было бы с этой песней, была бы она лучше или хуже, и более запоминающаяся, если бы вот этого постоянного синта не было. Он вроде как ритм сдает, но вроде как немножко придается под конец, ощущение, как будто бы, может, без него было бы чище. Понимаете, да, о чем я? Либо его чуть более спокойным сделать. Может быть, песня от этого бы выиграла. Часто песни, когда там минималистичный звук, от этого звук и сама песня еще лучше воспринимается. Просто ты больше внимания обращаешь на саму мелодию, на вокал, например, на еще на что-то. Здесь как бы с этим никаких проблем нет, поэтому вот. Что ж, спасибо Антону Балютису, это не единственный трек The Boys, который мне заказал, заспойлерю. Будет скоро еще один. Не прямо сейчас, но скоро. Все, всем спасибо, всем пока. Напишите, что вы думаете, что вы знаете, как вы любите группу Boys, The Boys, разумеется, и какая песня у вас любимая из их репертуара. Все, не забывайте, boosty.to/sudakov, там можно меня поддержать и песню заказать, и вообще помочь каналу, потому что это не самая плохая идея.